Демографический кризис 90-х годов привел к резкому снижению потребностей в дошкольных учреждениях, значительная часть которых была перепрофилирована. Однако в 2000-х рождаемость выросла настолько, что наступил период недоступности дошкольного обучения. В 2012 году в Саратовской области места в саду ожидали 19 тысяч малышей. К 2016 году участие в федеральном проекте модернизации региональных систем дошкольного образования, по заявлению чиновников, позволило сократить очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет до нуля. За 3 года участия области в проекте введено 118 объектов. Это объекты и строительства, 30 объектов, это и объекты реконструкции, 25 объектов. Это, конечно, и за счет капитального ремонта имеющихся помещений в дошкольных образовательных учреждениях. Ну и, конечно же, и приобретались готовые детские сады. Таких у нас детских садов было приобретено 3. Введено было порядка 10 тысяч дополнительных дошкольных мест. Еще 9 тысяч мест удалось ввести с помощью муниципальных программ и инвесторов, которыми выступили крупные госкорпорации. На сегодняшний момент почти все родители удовлетворены полученным результатом. Ой, с первым тяжело было, а второй быстро прям попал. Садик. Когда вы попали в садик? Вот, 3 годика исполнилось, прям сразу попал. Нам сказали, с 2 лет мы встанем в очередь, а до 2 лет мы просто в базе числимся. Мы просто вот уверены, что пойдем ровно в 3 года. А в очереди на каком месте, знаете? Нет еще. Ну, мы далеко. Мы далеко. Как были на 96-м, так и остались. Это уже какой промежуток времени? 2 года. В школу идти, а нам детский сад предоставили. 3 месяца ходили. Дали в 2015 летом. В мае дали, а в сентябре она в школу пошла. То, мне кажется, сейчас ситуация полегче стала, попроще. Раньше-то вообще детей рожали, чуть ли не беременные ставили на очередь. Сейчас попроще. Мы встали после рождения, где-то полгода было ребенку. И подождали месяца 4, наверное, и все. Вы надеетесь получить в срок? Да, потому что все знакомые получают срок. То есть все ведут детские сады к 3 годам точно. Самая большая очередность в детские сады за последние годы образовалась в крупных городах региона – Энгельсе, Балакове и особенно в областном центре. Острую проблему в Саратове Министерство образования попыталось решить и за счет так называемой докомплектации детских организаций, то есть увеличения количества детей в группах. Хотя претензий к Министерству образования от Роспотребнадзора не поступало, родители все же замечают некоторые неудобства. Так-то у нас в группе 40 с лишним человек. То есть, конечно, в данный момент зима, все болеют, и все они одномоментно не приходят, но и когда все будут здоровы, я не знаю, как куда они поместятся, там, где они лягут спать, и как они поделят шкафчики, потому что заходишь там шкафчиков, ну, 20 с чем-то, там не больше. По Санпину в игровой комнате на каждого ребенка от 3 до 7 лет должно приходиться не менее 2 квадратных метров площади. Летом прошлого года норматив был изменен. Формулировка фактически находящихся в группе удалена. А это значит, что теперь допустимое количество детей определяется, исходя из списочного состава группы. К тому же оптимистичные прогнозы профильного министерства о ликвидации очереди на долгий срок в глазах молодых родителей выглядят несколько иначе. Младшего я поставила на очередь летом 2015 года, и сейчас ему 2,5. В один садик он занимает 77 место в очереди, а в другой садик 155. Я не думаю, что мы попадем туда летом, как бы мне хотелось. В указе президента сказано, что к началу нынешнего года должны были быть ликвидированы очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет. И, насколько я знаю, они действительно там сокращены до нескольких сотен человек. Но летом эта очередь возникнет опять, потому что дети же будут расти. Однако в указе не сказано о том, чтобы очередь не появлялась вновь. То есть формально чиновники его выполнили, а фактически мы также будем стоять в очередях, как и раньше. К сожалению, в реальности ситуация такова. Условия помещений дошкольных учреждений, их оборудование, содержание и уровень подготовки педагогов различны. По этой причине родители стремятся отдать свои чада в престижные учреждения. В результате в элитные сады образуется длинная многолетняя очередь, которую особо находчивые зачастую минуют с помощью традиционных российских методов – связей и взяток. И все
Все-таки теперь, если верить официальной статистике, отдать ребенка в садик станет проще. Нет, совсем просто это не станет. У нас работает электронная очередь. В порядке электронной очереди в тот или иной желаемый детский сад ребенок получит свое место. Может быть, это будет просто быстрее. Возможно, временно сократить многочисленные годовые очереди в детские сады правительству удалось. Однако, по версии экспертов, Россию вскоре ждет очередной демографический обвал. Не только из-за текущего экономического кризиса. Причиной может стать достижение детородного возраста представительницами малочисленного поколения, рожденного в 90-х. Так что проблема с местами в детских садах может решиться сама собой, без участия государственных органов. Валерия Павелко, Матвей Фляжников, «Открытый канал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова